Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Уильям Генри Маджетсон. Британский художник-иллюстратор, известный в основном своими эстетичными женскими портретами, родился в Лондоне в 1861 году, учился в Далвич колледже, а затем в Королевской колледже искусств и в школах Королевской академии. В 1885 году он впервые выставился в Королевской академии, а позже также в Королевском обществе британских художников, галерее Гросвенор. В конце 1885 года получил медаль за свои исследования, которые сейчас находятся в Британском музее. Я пользуюсь Википедией. Писал маслом и акварелью, сделал себе имя портретами красивых женщин, часто с современными прическами и шляпками. Предпочитал изображать их в общих ситуациях, в результате чего появились несколько снимков, на которых женщина стоит в салоне, собирает цветы в саду или смотрит в окно. Но в центре внимания всегда находится женщина, которая изображена в деталях и непосредственно привлекает взгляд зрителя. Создавал религиозные и аллегорические произведения искусства. Работал в академическом викторианском стиле. Позже он использовал более свободный стиль кисти, вдохновленный постимпрессионистами и прерафаэлит, и в частности Лоренсом Альтадемо. Его самой успешной работой стала классически декоративная картина «У моря есть свой жемчуг», которую он выставил в 1897 году в Королевской академии. Ныне она находится во владении художественной галереи Нового Южного Уэльса в Австралии. Маджетсон увековечил все свои работы масляными красками, акварелью на холсте в типичном викторианском стиле, которым обучался в академии. Также работал иллюстраторами книг. Был женат на художнице Хелен Хаттон, с которой он познакомился, когда они вместе работали над иллюстрационным проектом. Жил и работал сначала в Лондоне, а затем в Лубере и Уонгфорде. Умер в Уонгфорде в 1940 году в возрасте 78 лет. Ну вот так вкратце из переводной Википедии о британском художнике-иллюстраторе, который известен в основном своими эстетичными женскими портретами, как написано в Википедии, Уильям Генри Маджетсон. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.